Итак, вы хотите присоединиться к анонимам. Вы не можете присоединиться к анонимам. Анонимы – это не организация. Это не клуб и не компания или другое движение. Тут нет устава, нет манифеста, нет членских взносов. Все мы люди, которые путешествуем на небольшие расстояния друг с другом. Так же, как пассажиры, которые встречаются в автобусе или трамвае. В течение короткого периода времени у нас есть один и тот же маршрут. Мы разделяем общую цель или неприязнь. И в этом путешествии вместе мы вполне можем изменить мир. Никто не может сказать, вы с нами или вы за бортом. Вы все еще хотите присоединиться к анонимам? Ну тогда вы с нами, если вы хотите. Как войти в контакт с другими людьми? Анонимы не имеют централизованной инфраструктуры. Мы используем существующие средства интернета, особенно социальные сети, и мы готовы перемещаться по ним, если они кажутся нам скомпрометированными, находятся под атакой или начинают нас утомлять. Ищите такие термины, как Anonymous, Anon-Ops и другие ключевые слова, которые могут быть связаны с нашей деятельностью. Как я узнаю других анонимов? Мы пришли из всех мест общества. Мы студенты, рабочие, служащие, безработные. Мы молодые или старые. Мы носим костюмы или меха. Мы гедонисты, аскеты, веселые гонщики или активисты. Мы пришли из всех рас, стран и этнических групп. Нас много. Мы – ваши соседи, ваши коллеги, ваши парикмахеры, водители автобусов, сетевые администраторы. Мы – этот парень на улице с чемоданом. Девушка в баре, с которой вы пытаетесь поболтать. Мы анонимы. Многие из нас любят носить маски Гая Фокса на демонстрациях. Некоторые из нас даже показывают их на своих фотографиях в профилях социальных сетей. Это помогает узнавать друг друга. Вы прониклись? Если вы поговорите с другим анонимом, вы никогда не будете знать, кто он. Он может быть хакером, крекером, фишером, агентом, шпионом, провокатором. Или просто парнем из соседнего дома. Или его дочь. Это не является незаконным быть анонимом. Не является незаконным носить маски Гая Фокса. Держите это в уме. Если вы лично не были вовлечены в незаконную деятельность, вам не о чем беспокоиться, независимо от того, с кем вы разговариваете. Если же вовлечены, то имеет смысл не говорить об этом. Ни с кем. Что я должен делать? Единственный человек, который может сказать вам, что вам делать, это вы сами. Это также единственный человек, которому вы должны следовать. У нас нет лидеров. Вы также единственный, ответственный за свои действия. Делайте то, что считаете правильным, и не делайте того, что считаете неправильным. Как много анонимов. Нас больше, чем вы думаете. Нас больше, чем кто-то думает. Нас много, и вы теперь один из нас. Добро пожаловать к анонимам.